После матчевой пресс-конференции «Родина М» «Динамо» Санкт-Петербург старший тренер команды «Родина» Аксенов Александр Александрович. Сан Саныч, комментарий по игре. Ну, очень обидно пропускать уже в добавленное время гол, который отнял у нас одно очко. Но могу сказать, что сегодня у нас практически не было моментов впереди. За исключением стандартных положений, угловых, я могу вспомнить только момент у Жахова в первом тайме, вот, когда чуть-чуть не хватило его удара точности. Вот, поэтому хочу поблагодарить ребят за ту самоотдачу, которую они сегодня продемонстрировали, терпели, но, к сожалению, конечно, нам не удалось, скажем так, добиться даже ничьей в этом матче. Вот, ну, будем настраиваться на следующий матч. Я думаю, что опыт этого матча нам уже поможет в ближайшем туре. Эпизод на 89-й минуте, как раз-таки рядом со скамейкой запасных. Что там произошло? Ну, единоборство на бровке было, и футболистам команды соперника не понравилось, как действовал наш крайний защитник в единоборстве с их футболистом. Поэтому там произошла небольшая стычка, вот, но я считаю, что грани футболиста в ней не перешли. После матчевой пресс-конференции «Родина М» «Динамо» Санкт-Петербург тренер команды «Динамо» Горовой Борис Олегович. Борис Олегович, комментарий по игре. Ну, игра была интересная, «Родина» команда хорошая, играющая. По моему мнению, у нас было чуть больше моментов, но по игре такого преимущества не было. У нас есть над чем работать, у нас пришли новые ребята. Я думаю, от игры к игре мы будем прибавлять, и хорошо, что мы добились победы и заработали 3 очка. Насколько меняется управление в связи с тем, что у вас дисквалифицирован главный тренер? Ну, уже дисквалификация прошла, поэтому я в роли в такой первый раз, поэтому мне трудно судить. Но у нас есть контакт, есть общее понимание игры, поэтому я считаю, проблем нету. Ну, самое главное, очки есть. Расскажи про эпизод на 89-й минуте, из-за чего там возникла потасовка. Ну, 89-я минута, когда справа, да, игрок «Родины» очень, по моему мнению, агрессивно и опасно пошел в нашего игрока. Ну и возник конфликт. Тяжело сейчас сказать, надо посмотреть. Ну, мне кажется, спровоцировал где-то грубой игрой игрок «Родины». Ну, это мнение на сегодняшнее время. Надо посмотреть. Эпизод с удалением вашего игрока, насколько правильно было понятно по трансляции, он бурно отпраздновал. Так ли это было? Ну, первое, что я скажу, что там матерных слов не было. Что-то он сказал, может быть, но без мата, без ничего. Поэтому мне трудно судить, я был далеко. Но это, конечно, если это так, то это не красит игрока, и он подвел команду, да, будет дисквалификация какая-то. Но то, что там не было матерных слов, и он не унижал, не оскорблял никого, ну, это я знаю точно.